В середине октября в Чувашии стартует первый международный особенный фестиваль для особенных зрителей. Его участники и основные исполнители – театры кукол разных регионов России. Главные зрители – дети, которым необходимо особое внимание. Подробности экспериментального проекта в нашем сюжете. Одинаковыми быть не обязательно. Эту основную мысль попытаются донести до зрителей организаторы кукольного фестиваля. Поставить на одну ступень детей из неблагополучных семей, инвалидов и обычных ребят, убрать между ними барьер – вот основная задача, которая стоит перед участниками мероприятия. Соединяя больных детей в зале с обычными детьми, мы тоже учим не только детей, чтобы они привыкли, что существуют такие дети особенные, да, но и родителей, и взрослых, и нас еще нужно учить, как корректно обращаться с такими особенными детьми. 12 коллективов, в том числе Чувашский театр кукол, представят перед маленькими зрителями свои лучшие спектакли. При подборе постановок учитывалось, что 10-20% присутствующих – дети, требующие к себе особого внимания. Мне кажется, что данный фестиваль принесет свои плоды. Это будет очень интересно не только для взрослых, но и для детей, и не для детей, и самых маленьких детей. И кроме этого мы запланировали еще мастер-классы, будут встречи с известными драматургами из Болгарии, Любомиром Рал, а также приедет еще известный драматург Супони. И будет презентация новой пьесы, как раз ориентированной для детей-инвалидов. Для того, чтобы в фестивале приняли участие максимальное количество ребятишек, все спектакли будут проходить на разных площадках. Кроме этого, планируется проведение различных мастер-классов с ведущими кукольниками России. Только силами здравоохранения мы здоровы не будем. Есть международные цифры, которые говорят о том, что здравоохранение может помочь в 15% только. Остальное все – это наша с вами жизнь, наши с вами отношения. Первый международный фестиваль театров кукол «Особенный фестиваль для особенного зрителя» «Одинаковыми быть нам не обязательно» пройдет в Чебоксарах с 11 по 16 октября. Ольга Алексеева, Евгений Анисимов, Республика.